Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области установили и задержали по подозрению в совершении преступления 33-летнего жителя Саратова. Из медицинского учреждения в полицию поступила информация о госпитализации с огнестрельным ранением мужчины. Полицейскими установлено, что указанное ранение потерпевший получил от неизвестного в ходе конфликта. С места происшествия была изъята гильза, предположительно, от пистолета Макарова. В дальнейшем полицейские обнаружили пистолет, из которого был произведен выстрел. Оружие направлено на исследование. В ходе проведения оперативных мероприятий установлено местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Он задержан при содействии сотрудников Росгвардии. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками оперативных и следственных подразделений полиции реализуется комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.